Испания продвигает свои возможности для снижения энергетической зависимости Евросоюза от России. Премьер-министр Педро Санчес выразил уверенность, что Испания и в целом Южная Европа могут дать ответ на такую зависимость. На территории Испании расположены самые большие в Европе мощности для регазификации сжиженного природного газа. А на Пиренейском полуострове находится около половины хранилищ СПГ. Совместно 6 заводов Испании могут обрабатывать 40% всеобщего объема материковой Европы. Наличие такой инфраструктуры в системе газоснабжения предоставляет гибкость и укрепляет цепочку поставок по сравнению с системами в других европейских странах, которые полностью зависят от физической инфраструктуры, например, газопроводов. Но в Испании, а также в Португалии, не хватает газовых соединений с европейской сетью, и сложившийся кризис показал, что ЕС, несмотря на единый рынок, сталкивается со значительными внутренними трудностями в системе распределения энергии. Эксперты также отмечают, что налаживание отношений с другими поставщиками будет важной задачей. Это приведет к изменениям в отношениях с определенными странами. Некоторые экспортеры ископаемых источников энергии выиграют в таких отношениях. Важно, как мы будем соединять усилия в этом вопросе, как страны ЕС будут вести совместную работу с новыми поставщиками. Испания в значительной степени, не менее чем на 30%, зависит от поставок газа из Алжира, власти которого в конце апреля пригрозили разрывом контракта из-за намерения Мадрида экспортировать реверсом алжирский газ в Марокко.